Витебская область. Ольга Романовская из Ушачского района обратилась в тревожную кнопку «Сама». Женщину возмутил поток подозрительных предложений, которые она получает в интернете. Жительницу деревни Ореховна регулярно пытаются осчастливить деньгами. Пишут, что она победительница лотереи, обладательница наследства. Одним словом, избранная. Разные имена, и Марина, и Коля, и Петя, приходят письма о подтверждении, что вам нужно заплатить какую-то сумму денег, и вам поступит перевод на вашу банковскую карту. Но этого, конечно, не будет происходить. Будут сниматься средства, которые вы переведете, и это просто обман. Поначалу Ольга наивно пыталась предупредить других людей, писала комментарии на щедрых сайтах. Однако опубликовать их там, естественно, никто не стал. У модераторов таких ресурсов четкие установки – искать доверчивых людей. И они их находят. К примеру, о злоключениях 40-летней жительницы Лепельского района стало известно на этой неделе. Женщина получила уведомление о том, что она стала счастливой обладательницей приза. Чтобы получить его, сельчанке необходимо было только связаться с организаторами розыгрыша. Женщина написала сообщение на указанный аккаунт, и тут же началась переписка. Анонимные благодетели убедили женщину сообщить им свои банковские реквизиты. Действовали как опытные рыбаки и добились полного контроля над счетом жертвы. Впрочем, о своей роли в этой игре женщина догадалась далеко не сразу. Со счета жительницы Лепельского района списались все средства. Правда, эту неприятность мошенники объяснили женщине сбоем в программе и продолжили вести с ней переписку, выманивая все новые и новые деньги. Конечный счет – 1900 рублей в пользу мошенников. И вернуть их даже милиции будет крайне сложно. Возбуждено уголовное дело.